В ремонте портативная акустика JBL от подписчика. Проблема – колонка перестала заряжаться, после чего ее кустарным образом переделали под работу от сети. Видно, что нахимичили с батареей, и очевидно, провода сейчас к ней припаяны не как с завода. Это проблема, потому что я не знаю правильную распайку проводов по цветам. Далее, провода от батареи припаяны к плате питания, хотя должны подключаться при помощи разъема. В общем, решено было приобрести новую батарею, чтобы убрать всю эту самодеятельность. Теперь по поводу проблем с зарядкой. Виной этого дефекта является выход из строя одной из микросхем на матплате. Чтобы вычислить ее, не пришлось даже разбираться со схемотехникой. Дефект видно невооруженным глазом. У микросхемы дырка в корпусе. Что ж, новые компоненты уже на руках. Остается установить их в колонку. Снимаю сгоревшую микросхему и ставлю новую. Работаю при помощи термофена. Устанавливаю новую батарею и проверяю работу. Батарея, как видим, заряжается. Работоспособность колонки восстановлена.